Всем привет, охотничья история. Пошли два мужика на охоту с лайкой. Ходили, нашли зайца. Вот по следам такие идут. И перед ними елочки такие мелкие, такие метр высотой, густые. Где-то размером 20 метров на 20 такие. И этот след под елочкой-то зашел. Вот они подошли, собака туда забежала по следу, бегают, елочки трясутся. Они стоят с ружьями-то сверху, заглядывают, ничего не видно. Тут у одного, у хозяина-то выбегает, кто-то между ног, он раз ногами зажал, думает, собака. Это оказался заяц, он вцепился выше колена, снаружи в ногу как вцепился, тот... Второму говорит, Пашка, давай палку, тянет его, он не отпускается такой. Тот рот открыл, говорит, Пашка, давай палку. Он, а? Пашка, давай палку, а? Тут с зайцем пошел, да палку нашел, с зайцем он так и не отпустил. Отбил его палкой, мешок положил. Вот какие истории бывают у нас на охоте. Всем пока, подписывайтесь, ставьте классы.